Тебя что там неистовство? Забыл убить. Все убит. Там это. Мы всех сманули. Ну тебя разъебал все-таки, блядь. Вот так вот, неистовство. Немного мобу для счастья надо. Тут а чё, убери этот, блядь, как он, Духстай? Товар. Или кто там, Вадикон? Давакин. Ой, Давакин, ну. Я ну, уже... Чё там на приколе? Поставьте. По кругу пройдемся, зачистим. Так, ну я сначала вот этого петуха. А где там все остальные? Сумонитесь там, да заходите в инст. Кого сумонишь? Ну, короче, не сумонится на стресс, воноска, нихер. Ну, потому что АФК не... А, нет, я делаю банк. Я зайду сам. Пока трэш побьем. Ну, идите там, вы зашли, пробегайте, мы трэш тут бьем. А чё за головокружение, бля, это что за хуйня? Это дух стаи. Дух стаи, да. Смотрите, там вертушка будет, отойдете от него. Сильно вас не пробивал. Ну, у кого сейвы есть, там бейте. Того давай не сагрим только, а он ушел все. Там это Хаджми, ты знаешь тактику на эту хуйню на 20? Не, я здесь первый раз слышал. Ну, короче, смотрите, с вас тряси жир, из тебя не требуется ДПС какой-то. Смотрите, что делать надо. То есть внимательно смотрите на то, как бегают люди. И все, потом уже все это прибавится, ДПС, всю эту хуйню, когда вы поймете, как бегать. Вот. Сейчас будем на собаке. Вот. Если будет проблемно, тяжело, там, пойдете в дуаране, посидите. У тебя минус 2 тяжеловато будет убивать. Смотрим. Что там вкратце не объяснишь, что ли? Ну я объясню вкратце, но там объяснение это такое дело. Там надо понимать. Читать, что написано в путеводителе. Все это своими глазами увидеть. Там вроде бы простые вещи такие. Вот сколько раз объяснял, вроде бы понятно все. Если на гейзере сдохну, не обессудьте. Что, лагает? Не, я просто не всегда умираю. Тебе надо научиться не умирать, потому что это нехорошо так умирать на гейзе. Все, ГП твое будет. Да я вроде выбегаю, все равно умираю. Значит, раньше убегай. Стой один. Ты, ты умираешь из-за чего? Лужа, она больше, чем показано. Ты умираешь, говорю, из-за чего? Потому что две лутаешь, два гейзера. Ну да, да. А если один лутанул, ничего страшного. Мы будем паком стоять.
Кстати, что там взятый Спокман, что они вообще не играют? Я хуй знаю. Ну, Спокман, у него дальневосточное время, плюс 7, у меня плюс 4. Вот, ну, взятый завтра, послезавтра, в принципе, должен, он говорил на недельку. Посмотрим. А, то есть ты все-таки живешь там, где вот твоя подруга нам сказала, да? Так, друга. Стойте, это близко не подходите, у ворот стойте. Босс пулится, когда к нему подходишь. Ну, давайте теперь разъясняем. Давай посмотрим по ДПСу. Так. Ебать. Так, холидринг сюда. Букмастер. Синтек. Короче, этот. В хилап 4 будем. Кто с вас там больше даст? Или в 3? Нет, в 3 не надо. Синтек, ты будешь хиле, ты посильнее. Значит, Акиса сюда. Призен в ДД. Так, хилы, значит, Мордаун, Фарла, Синтек и... Мордаун, Фарла, Синтек и Хева. Так. Теперь Хукмастер сюда. Хаджми. Хаджми, Хаджми, блядь. Хаджми, штрафник будет, короче. Так, сюда Хисторию. Так. Зачем, скажите, МК магу, который дает 5000 ДПС? А зачем ШП, который, блядь, топ-1 ДПС? Так, ну, он не крит-апает, а думаю, больше урона будет. Ну, типа... У меня конкуренция был. Хуй, на все это МК, это все похуево. Сейчас главное, как будут люди отыгрывать. Вот давайте, короче... Изначально, вот смотрите, первая пати, в сторону, это, ну вы знаете, да, с левой ноги стоите, отпрыгиваете в сторону звезды, вот, вторая пати, ну вы, короче, как штрафники считаетесь, с вами еще будет считаться этот призен и этот, и хаджими, ваша позиция, ну вы можете бить босса, с пула бьете, только отбегайте в правую сторону, туда, в сторону движения босса, а этот... А так ваша позиция, вон там в робик убегаете, и там прыгаете, ну, кувыркаетесь, прыгаете, что хотите, делаете. Вот бьете босса только тогда, когда гейзеров нет, чтобы вы на них не проебывались. Вот, ну, если кто-то прям скиллованный из вас там на стресс, святос или этот призен, бей смело там. Только главное позицию так занимайте, чтобы вы выбежали с гейзеров. Вот, но этот... мы с правой ноги. Да. То же самое Хаджми. Хаджми вообще чиль там, в стороне ромбика с пула. И просто смотри, и по КД прыгать. Этот, ну, призен бей. Так, значит, 12 человек. Это вот первая, вторая пати и призен с Хаджми. Остальные все, у вас будет зеленый дебаф. То есть у хантов, у хилов, у всех абсолютно. Третья, четвертая и пятая будет, кроме Хаджми и призена, зеленый дебаф. Значит, смотрите, новенькие. Значит, тут с пула через 5 секунд вяжется на весь рейд два вида бафов. Зеленый и фиолетовый. Фиолетовый урон от тьмы и зеленый от скверны. Значит, получается, 4 способности у босса есть. Первое, это он кидает, ну, вот эту он дебаф кинул, и как он работает. Вот фиолетовый, он со стороны звезды, вот кто ближе к собаке, они здесь милики получат фиолетовый, 12 человек. Поэтому все, кто названы 12 человек, вы стоите здесь, звезде, начинаете со мной, с танком. Вот, остальные РДЖшники стоят в кружке. Кто дальше, они зеленый получают. Вот то с фиолетовым, они должны постоянно двигаться, либо прыгать, либо бегать. Если дебаф обновляется, будет стакаться оплетение на вас до 3 стаков. Третий стак накопите и получите стан на 5 секунд. Вот, дебаф этот стакается каждую секунду. Как механика стаков происходит? Если вы думаете, что будете нажимать пробел там, ну, раз в полсекунды там, и с вас эта хуйня скинется, то нихуя. Он обновляется именно на секунде. На первый, на второй, на третий. Вот именно в наступление секунды. Вот, поэтому, если вы видите, что у вас накопился один стак, а тем более еще два стака накопилось, и вы прыгаете, то у вас либо пинг, либо еще какая-то хуйня. То есть прекращаете прыгать, начинаете бежать. Бежать можно, можно пятиться. Но главное, чтобы движение персонажа происходило. Тогда стак спадает. Вот. Чем хуево, что вы ловите стан? Вы попадете в луч какой-нибудь, и там сдохнете, еще убьете весь рейд. Дальше, значит, зеленые. У вас та же самая хуйня, только вы... наоборот, не двигаетесь. И когда вы двигаетесь, вы ловите вот эти стаки. Если вы 3 стака наловили из-за того, что бегаете до хуя, то вы ловите дезориентацию. Не стан, а дезориентацию, как вот рога ослепления кидают, такую хуйню ловите на 5 секунд. Это тоже хуево. Дальше, значит, босс кидает 4 вида бафов. Первое. Они зеленые и фиолетовые есть, то есть идентичные, только цвет разный. Первое это пульсация, она бьет по 500 вокруг на 8 метров, вокруг игрока такое кольцо. Оно появляется, исчезает, вот эта пульсация, это похуй, она просто захиливается. Второе это кидается
кольца такие, и кольца они не пульсируют, а вот просто появились, и через 3 секунды, как они появились, они взрываются гейзером. Каждое кольцо на 15 тысяч урона. Если на вас стак, то урон увеличивается. Ну и по ходу боя еще босс стак, это увеличение урона получаемого. Так что они больше и больше начинают бить. Вот. И если два человека в одной точке стоят, вот везде, к примеру, два человека, то они получают уже не 15 тысяч, а 30 тысяч урона. Что надо сделать? Надо среагировать за секунду выбежать, два прыжка сделать. Вот, к примеру, чтобы вы понимали, рейндж гейзера вот на таком расстоянии, если я вот в центре звезды стою, и вокруг меня появился гейзер, то мне достаточно раз, два, сделать два прыжка, вот здесь уже сейф-зона, здесь уже меня гейзер не взорвет. Вот. И вам нужно делать вашу позиционку так, касается и РДД, и миликов, чтобы вам была сторона любая, хоть влево, хоть вправо, только не к противоположному цвету выпрыгивать, чтобы была сторона, где вы выпрыгиваете, и на вашем пути не стоят еще люди, то есть еще гейзеры, еще эти кольца не стоят. Ну, это сейчас поймете. Этот, новеньких там всего два, остальные все это знают. Вот, третья хуйня, дебаф, это этот, появляются над головой галочки такие, фиолетовые или зеленые. Они висят 8 секунд и потом взрываются на 70 тысяч урона вокруг на 8 метров. Чтобы человек не умер, нужно сбежаться в него. Если это человек паладин или маг, он отбегает с баблом. Вот. Если это хил какой-то или вар, ну, нужно засейвиться, сбежаться в него. Когда эта лужа разливается, когда 70 тысяч урона наносится, появляется лужа. С этой лужи просто выходите, зеленая или фиолетовая. Ну и четвертая хуйня, это лучи такие появляются. Кто не понимает, как в лучах двигаться, вот вам ориентиры. Значит, милики ориентируются на кружок, РДД ориентируется, кто там скиллованный, на водикона, на ромбик. Это для вас, если вы не понимаете, как именно двигаться вам. Так. И самое главное, пятая хуйня, которая вайпает рейды, это называется конфликт стихии. Если условно, вот я такой, этот звездочка, подбегаю такой, у кружка зеленый, а у меня фиолетовый, и вокруг меня такая пульсация 500 урона. Я подбегаю к нему, и он получает этот урон от пульсации, то на него вешается дебаф на 5 секунд, называется конфликт стихии. Вот, у меня он в Вуду все прописано, блядь. Вставьте Вуду, там все забивайте, дебафы, будете видеть все, блядь, что происходит. И это. Он, значит, висит 5 секунд, и каждую секунду бьет по 5000 урона по рейду. Вот, и в течение 5 секунд. Не только по этому человеку, на котором дебаф, а по всему рейду, по всем 25 людям, он бьет 5000 в секунду. Это 25 тысяч урона. Это приводит к вайпам очень быстро. Вот. Все, что вам надо понимать, что этот конфликт стихий ловится. Первое, когда вы с зеленым или фиолетовым дебафом стоите на противоположного цвета луче, от которого получаете урон. Лучше от лучей нельзя урон вообще ловить. Вот, кружок, ромбик, чтобы понимать, как выбегать с лучей. Второе, когда получаете любой урон, хоть от лужи, хоть от гейзера, хоть от пульсации, ну, или к людям подходите, вот он, ну, как я объяснял, пульсирует, если вы подходите, получаете противоположный урон и получаете этот конфликт. Этот конфликт вайпает рейды. Все, больше нихуя страшного тут нету. Просто ДПСишь, выбегаешь с гейзера, сносишь эту метку. Ну, блядь, самое сложное тут выбежать с гейзера. Все, давайте посмотрим. А вот мне что, в РДД стоять? Да. Ты ж в РДД. Ладно. И это самое, значит, маги, у вас блинки и глыбы, но локов нету. ШПшники на ваши тучки, надеюсь. Вставайте так, чтобы вам было место куда отбежать. Ну, совы там тоже, надеюсь. Ханты у вас отпрыжка. Гейзер сразу отпрыжку нажали, и все, вы в безопасности. Потом добежите, потом будете бить. Мордаун тут. Да. Чилит кто-нибудь? Да, Святос. Что ты умеешь бить? Ну как чилит? Вы бьете, но если вы прям ну совсем не уверены в себе, то чильте лучше. Первые 10 секунд, 15 можно бить, пока гейзеров нету. Мордаун, тут нет. А здесь, я. О, ты что делаешь? Блять, мудак какой-то. ГП получил. Так, все как надо словилось. Давайте Геру хули. Играем. Не знаю, зачем пулить, конечно. А, ну и там напоминание от Биг Дема. Если первые гейзеры появятся на РДД, то во время лучей появятся уже на миликах. И наоборот.
Вот ПС, Хэлл. Зажали, стоять лучше надо. Если сейчас на РДД гейзеры были, то значит на лучах перед лучами будут на этом. Как он называется, блять? А меня будут хилить там, нет? На этом, как он называется, на миликах. Так что смотрите, милики. Вот обстрел. Ну, два конфликта, история. Ну все, ложимся на. История и Акиса. Пэса, Хэлла, история Акиса. Точнее, не Хэлла, а кто там был? Пэса и кто еще? Ложитесь, все, противоположный свет ловим. Вы умрете. Что, блядь? Луч противоположный ловим, да, блядь, история Акиса. Ну я вроде отбежал. Вроде, а надо точно отбегать. Ребята, чтобы гейзеры не как бы не зажимали, давайте паком стоять, а не в рознину. Давайте, я вас сейчас распределю, РДДшники, у вас это так, не получается. Кстати, знаешь, в чем проблема, я понял. Короче, РДДшники встают на масс рейндж до босса, а нам же нужно хилить, поэтому мы подходим ближе. И мы, получается, от гейзеров отбегаем прямо в гейзеры РДД. Ну. Вы игру зажали. Пару, так что иди сюда. Сейчас я вас распределю, да. Блять. Не это самое. Только от собаки подальше отойдите к воротам. Сейчас я, блядь, вам все нарисую, блядь. Если вы сами организоваться не можете, сейчас вас, блядь, организуем. Парло, иди сюда, покажу тебе. Я сейчас отбежал вправо. Иди сюда. Я тоже. Все, сейчас, я, блядь. Я в гейзер убежал. Не очкуйте. Не очкуйте, блядь. Так. Сейчас мы, блядь, хилов поставим всех, только к собаке близко не подходите. Так, вот хилы примерно тут, а эти... Смотри, Фарла, видишь вот этот край? Вот этот край. Вот но. Тут будет первая, а вот через край будет вторая. То есть ты забегаешь сюда. Я как стою? Я вот стою тут, но подальше, да? И когда хилю, да, вблизи, я смотрю, чтобы за мной мудак не какой-то не стоял. Если видишь, что мудак стоишь, смещаешься от него, понял? Я хилю спиной, то есть я хилю вот джагу кидаешь, и так, и вперед бежишь, все, понял? Понял. Ну, чтобы вот тут ни один мудак не стоял, если кто-то стоит, он лужу разливает, у тебя лужа, тут лужа, но это ГГВП, только баба. Вот так, такая. Смотрите, все это охуенно, вот смотрите, пацаны, первая пати, третья пати, ваша метка звезда. Там находится у нас Песа, три мага и Хан. Ну, Песа, ну давай, маги, блинкуйтесь ровно сюда. Вот я вам даже метку поставлю, куда вы будете блинковаться. Маги, вот треугольник, блядь, ваша позиция. Песа, просто сюда в бок оббегаешь. Сюда или к воротам. Как тебе удобнее, влево просто оббегаешь. Тебя никто не должен на твоем пути быть. Никак не сдохнешь. Дилара отпрыгиваешь тоже в сторону треугольника. Позиция хилов. Мардаунд, Фарла, Синтек, Хэлла. Ваша позиция непосредственно. Это кружок. Вы централизованы. Вы для централизованы для того, чтобы хилить, доставать до всех. Это ваша позиция. Там никакие ебланы не стоят. Ромбик. Ромбик это четвертая пати. Вадикон с ромбиком. Равист. Хаджми там в этой... Ты понял, да, где ты был? Вон там в штрафной зоне, блядь. Вон этот сейчас квадрат поставлю, блядь. Сука. Ёбаная камера, я ебу, блядь. Пиздец, блядь, ребята, нахуй. Вон там, понял, да? Ты не относишься к РДД, ты с фиолетовой меткой. И ты, и этот, и кто, и призан. Вот, значит, Вадикон, Давакин, Бигдем и Равист. Вот две совы, Хант и Бигдем. Вот ваша позиция, это ромбик. Самые дальние вы. Вот, ну хилов поставил, милики стоят. Все, блядь, чего не можно не понимать. А, направление, куда выбегать от гейзера. Вот, с луны хилы выбегают, с кружка в луну выбегают, а с ромбика пацаны выбегают в крест. Вот ваше направление. Не к миликам, отсюда вы выбегаете. Долг стая, вырубите. Сейчас пожру рыбу. А то побегаете сейчас, говорит. И это, на лучах аккуратнее, я еще раз напомню, не подамажьте, сука, лучше посмотрите, напомните себе, как выбегать с лучей. Выбегать с лучей, если кто-то не понимает, на Рарника смотрим и на Вадикона. Я стою в стене, я нихуя не вижу, все убийство этой собаки ебаной зависит от вас напрямую.
Будете ебланить, будем тут сидеть, блядь. Просидим, не убьем, нихуя. Короче, блядь. Я вам рассказываю, сами все знаете. Так, все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Там озвучивайте нахуй, потому что я нихуя не вижу, еще раз говорю, если у кого-то есть возможность пиздеть. На ком там гейзеры, блять, может это кому-то поможет, но я не знаю. Типа первые гейзеры там на Милика, значит вторые на РДД, что-нибудь такое. Метки, если что, как ей сбежаться там. Вот или гейзеры. Вот на Миликах. Блять. Ну, бомжи минус нахуй. Пизда, блядь, позор, ребята, позор, блядь. Вот этой хуйни не должно быть. Бегите или умрите. Берегитесь. Да, вижу, тяжело. Ладно, пока играем, попробуем еще. Ебой. Рейда лежит нахуй. Не, ложимся. Это залупа ебаная. Вот вы. Когда в четвером на гейзере сдохли, вот призан. Вот как нахуй? Я хуй с ним хаяджми, если бы один сдох. Вот ты как сдохли? Хулидринкой на вент, блять, который домашний. А мы дох. Вот рядом себе. Мы выбегали из этой лужи, не доубегали. Так вы. Да, да. Блять, вот сколько вам объяснять? Ну займите вы такую позицию, чтобы вы могли выбежать. Вы смотрите за собой, блядь. Или я не могу за вас, за каждого зайти и отбежать. Так, мне надо резче, что ли. Там еще фризанул, когда камеру развернул, побежал. Сейчас ГП как посыпется, раз... блядь. Первый... Да, будем на первом гейзере, нахуй, если минус 4, ГП и вайп сразу. Я не буду, блядь, в 15 тел и добивать это говно, блядь. Если один упадет, ладно, хуй с ним. Это прощается. Ты, вы вставайте под боссом, лежите. Вставайте, бегите, хули вы там, блядь. Давайте кину на ФК, 2 минуты написал. Ну круто, бля, охуенно. Есть сопрот у кого-нибудь? Сопрот, он у Войда. Тут на всю этот инс нужны сопроты. Сопроты сделать дешевле, чем купить науки? Вот это хуй знает. Ой, не сопрот, а припод. На хасту, например. На хасту вроде дешевле. Я могу. А зелье дикой магии. Ну, вот это я не знаю. Если не прокнет, то невыгодно. Они очень редко прокают. Ну, какие-то супер враги. Прям золотые. Надо сопротов подделать, кстати. Я типа после рта могу сделать. Давакит, ну ты где там? Только босса не спульте.
А поставь, пожалуйста, печеньку чуть ближе к центру, потому что я до тебя не достаю хилить. Ну, это не обязательно, что ну, печеньки... просто ближе выйди сам. Метки же условные. Я же метку не ставлю. Ты же не прям в ней, блядь, будешь стоять. Да, чтобы вы там стояли. Просто получается, что я выхожу, а остальные хилы стоят. Тебе не надо хилить танка. Ты просто частицу кинул, а лечишь ближайшего ДДшника. И все. И там все уебло. Там фишка в том, что если он будет... Если он будет хилить в ту цель, которая до меня 60 метров не доходит, он ну, не будет доставать по мне. То-то и оно. Ну, условно так скажем. Я говорю, велика. Купляешь ближайшего, и все там достается. Но ему еще самому надо находиться в ренже. Ну, я ему говорю, вот, то есть ты вот смотри, вот говорю, от этого края, вот он прямая, проведи. У тебя из этих поездов вот шаг сюда, и все. И ты вот на этой линии все вот до конца стоишь, и ты все достаешь. Где-то сюда бегать не надо. Там 60 метров от того таргета, который хилишь, до частицы должно быть. Можно, блядь, любого РДДшника, который рядом стоит, либо любого хила, который в звездочке стоит, хуярить и будет доставать этот танк. Понимаю, метку переставили, да? Фишка в том, что если, допустим, вот от звездочки до стены будет 60 метров, и фарла будет вся звездочки, если он будет хилить в челика, который в треугольнике стоит, то он не будет получать от хил частицы. То есть и частицы, и самому фарла будут находиться на 60 метров. Нет, именно только частицы. И человеку, которого хилит. Все, я не могу обновить по нему, понимаете, нет? Надо подходить, чтобы обновлять, да. Хан здесь, давай там проверку уже. Призом, не сдохни, ты двадцатку даешь, бля, очень хуёво, кто ты сдыхаешь. 5, 4, 3, 2, 1. Так, Мак, ну-ка отойди, и Биг Дэм тоже отойдите, там фак свой. Мак, ты запираешь нас, ты чё сзади встал? Засрали всё лужами, пиздец. Всё, играем, одно, минус одно только тело, играем. Эй, я встань либо к нам ближе, либо уйди сзади от нас. Мы сейчас все равно во время меток. Ой, во время кольца. Обстрел скоро, готовьтесь. Поезда будут у РДД с гейзерами. Да. Имейте в виду. Бегите или умрите. Для цели лежит, заебись. Отдыхает. Метки там только в две вместе не ставьте, зеленые, я вижу. Мак, жми эту глыбу. А милишники там не подходите к этому зоне, пожалуйста. Захильте, ну захильте Мелизону, ну прожмите ШВС, сука, ну есть у вас что-то, спастись-то, блядь. Блядь, ну вы пиздец, нахуй. Бегите или умрите. Ложимся, нахуй. Заново.
А почему ложимся-то? Давай-то попробуем. Да какой пробуем, блядь? А кого тут, блядь, людей нету, чтобы убить, блядь? Вы считать хоть научитесь немножко. Было, ну и хули, и хули эти 10 человек. Ты учитывай, что стакается увеличенный дамаг по людям, их никто не захилит. Хилы лежат, блядь, их не захилит никто, блядь. Вот эти все чудеса, которые там, блядь, добивать нахуй, это, во-первых, это ебланство, блядь. Ну, во-вторых, блядь, ну, там видно, что не убивает рейд. Стакается дамаг, увеличивается по рейду, они просто сдохнут. Появится метка минус 2, и все. И ты будешь 7 лямов в 5 уже добивать, и ты просто не добьешь. Не просто так же говорится, ложиться, блядь. Все, что надо сделать, это, блядь, выбежать с ебаных гейзеров, блядь. Сколько вайпов уже будете выбегать? Пережить лучи, вроде конфликт не ловите, нормально. Не подамажьте лишний урон, не дайте. Выбегите с ебаного гейзера, после гейзера 15 секунд подамажьте. До следующего, там, или 20. Нихуя сложного, блядь. Милики просаживаются. Вот милики просаживаются сейчас. Они сдыхали не за секунду, нахуй. Они сдыхали, вы видели как. Хилы видели как. Цепную мгновенную давали? Нет? Я хуй знает. Песа с этим. Мардаунт лежал, биг дэм. Ну сдай ты гим на хп. Песа. Я тоже, ну я не знаю, я тебе не буду говорить. Но тоже смотри, если у тебя хп рейда есть, ты видишь, у миликов у них меньше пол хп. У них хуяк еще 30%, хуяк 20%. Их никто не хилит, нахуй. И 5 человек ложится просто так. Вот если бы биликов прохилили 5, нахуй, а там просто слегло 5-7 человек. И что там бить, как бить, блядь? Так не убивается нихуя. Надо, чтобы люди живые были. В общем, Биг Дэм, с тебя, если на хп дашь, там, ну, АПС, ну, не знаю, смотри. Не знаю, скажу, не скажу. Тут, честно сказать, тут, блядь, нехуй хилить, блядь, если люди... Там ситуация умерли, такая, да, была, понимаешь, блядь, они просаживались. Нас убили, нас тики убили. Призом. Все готовы. Вот я и говорю, блядь, можно было спасти. И сами, нахуй, бабы. Баба, дайте каски, там, каски дайте. Давайте каски во время боя, нахуй, хули вы дрочите. Давайте сейчас бафы все. Потом бить будете. Ну, ребята, блин, пиздец. Мили. Призон, вставалку заюзай и отбеги куда-нибудь от людей. Там синий словишь, отбеги, себя похили, постой, подожди дебаф. О, киса, блядь, ну пиздец. А, это лужа, ну ладно, я понял. Посмотрим сейчас какой, должен фиолетовый ставить. На стресс еще сдох. Бегите или умрите. Стой гем на хп. Не, нахуя. Так, все упали уже. Ну, зачем, блядь? Там конфликт. Ложитесь. Хук мастер. И хаджим. И хаджим. Противоположного цвета лучше. Ну что, хэва, там уже все сдохли, блядь. Хук мастер и хаджим убили весь рейд. Кукмастеры этого трая раздавать ГП, а вы? Не, бля, я вот бежал нахуй, шквально вот к стене бежал и прыгнул, бля, от РДДшников в другую сторону. Я не мог никак словить. А когда прыгаешь, твое тело типа остается на месте, только в конце оно типа точку меняет. Вообще не я проверил. Вот смотри, этот полученный урон. Нет, на нем нету на хукмастере, а он получил, видать, урон от... Не, ну вы ищите, а от кого он получил-то, блядь? Ты нанесен урон, смотри. Написано HGM, этот хукмастер, ну, по крайней мере, у меня информация о смерти. У меня тоже. Да, то, что этот самый, я знаю, блядь. Я в плане того, какой он урон получил, чтобы этот словить, как он называется, блядь. Конфликт, блядь. Как полученный, что-то надо смотреть. А я какой смотрю, бля, я полученный смотрю.
Или у меня не записалось это? Короче, блядь, еще раз напомню, там, если кто-то не понимает, как бегать, вон там, Святос еще дополнительно в пачке штрафной, вот тебе треугольник. Как случай выбегать? Надеюсь, ты выбегаешь случай. Потому что они на Рарника смотрят, они неудобно смотреть. На стресс ты где там? Не, вот я никак не мог словить. Вот я бежал, когда вот рельсы же есть, второй ряд. Да не, я не видел там урона, я не знаю, почему... Почему именно на вас конфликт был? Рельсы, мне кажется, он все. Возможно, они рядом с призоном стояли. Да. Он это... Он же резался. Ауру ебанул. Вот эту зеленую. Ну и все. Ну да, в принципе. А у них поглощение какое-нибудь висело, а конфликт все равно повешался. Хотя, блять, у них полученный что-то от конфликта тоже должен быть. Ясно, нахуй. Похуй, короче. Ясно, что нихуя не ясно. Понятно, что нихуя не понятно. Ну, луча у них там нету, они из лучей вышли. Кто там? Рел логается на стресс, где он там? Так расскажи, как это про чарку, короче, на увеличение скорости передвижения. Да, 100% это. Из-за нее, да? Стресс, короче, в Дискорде даже нету. Возможно, нужна замена. Вылетел, походу. Ну, а где я замену тебе возьму? О, притон, блядь. Да, я ему пати кинул, не знаю, в канал. Лок, нахуй, нихуя себе. Че, а, нет, он демона скинул. Где он там, блядь? Кальдрин бухает, блядь. Блядь, притонов и канах. Без него траем, значит, пока что. Так, рыбу я ставил, вот жрите. Или вы пожрали уже. Надо кому-то в миле-зону или... Так, а я вот не знаю, как он раскидает, нахуй. Это кто у нас? Ну, кто будет с дебафом противоположным, пусть бежит. Кто притон? Пошли суммонить притона. О, притон. Хорош. Так. Тогда кто там? Вот первая, вторая. Получается, Хаджми. И еще кого-то надо поставить. Кого поставить? Какой из хантов прыгал там? На фиолетовой хуйне. И кто с хантов, кстати, сколько дает? Давай кинь. ДЦшку? ДЦшку? А, да, давай ДЦшку. Че я ебланю? Мордаун, ты прыгал там на этой хуйне на зеленой? Ой, на фиолетовой. Нет. Ебать. Ну я могу подальше отойти, там, не знаю, в самый конец и просто там прыгать. Давай ты будешь прыгать, потому что, блядь, это. Пускай ханты дамажат. На зеленой хуйне и так у тебя шансов мало выжить. Я мы притону сумнем хоть. Все, все, забываю. Вот ты будешь. Ты и Хаджми. Ты будешь Хаджми рядом прыгать. И там со второй пати челики с вами будут прыгать. Меня какой-то хуй путало бьет. Ну-ка. Че это за дно, нахуй? Выходите сюда, пизды им давать, короче. Пидоры какие-то. Ёбки, нахуй. Сейчас подожди, Рога, нахуй. Я сейчас, блядь, тебя расхуярю, нахуй. Тварь тупая. А я не могу его пиздить. С тобой 20 человек уходит. Да, походу его это воин сам убьет. Хорош, блядь. Показал, кто здесь папа. Долбоеба кусок, нахуй. На туре. А вот какой-то ДК убьем. Не давайте остров зарайдим. Да. Давай, отрубай ты 4 нахуй всем. О. А чё, мы когда вы зайдем, оно не вернется? На, блять, палка. Бывает, на, палкой.
Все, нахуй, возвращаемся, блядь. А что, Т4 не врубится, когда мы вернемся в инст? Притон-то засуманили? Да, да, он тут. В смысле, Т4 работает в ПВП? Или уже не работает? Не работает. Пиздец. Ну, вы этот поменяйте шмотки просто. Ну, я имею в виду, типа, ПВП или танк. Да. А, вот вроде это помогает. Почему я в тот раз, блядь, такая хуйня случилась, что я Т4 не работала. Ну, вот сейчас работает. Так, притон ТНРНЖ, мордаун с фиолетовой, с хаджми и первая, вторая пати. Так, рыбу ставлю. Эй, Ярарник. Рарник тут? Все готовы, да я чё? 5, 4, 3, 2, 1. Готовьтесь, милики. На вас может и на РДД может быть. Готовьтесь заранее. На гейзеры, я имею в виду. Мили. Метки там, спаситесь. Вот Тилара, Давакин. Только не вместе их сносите. По три человека туда сбегитесь. И захильтесь, служивы бегите. Захильте себя. Встаньте обратно. Бегите или умрите. Ну, обстрел. Сейчас немножко переведу собаку. Берегитесь. Смотрите, не сдыхайте больше никто. Ярим. Ну, блять. Или. Бля. Притон, два носка, зажимаете. Аккуратно. Че это за лужа спереди? А, понятно, ладно. Давайте еще обстрел пережить и там уже добиваем. Товара. Обстрел, смотрите. Садите. Ну, это хуйня. Ну, когда ты лежишь, хуйня, конечно. Все, теперь хуйня. Ну что, сука? Охуенно, да? Давай пробуем, ну подожди, ну блядь. Чё там пробовать? Ты видишь рейд живой, сколько человек живых? И сколько боссов? Ну, сейчас тебе упали.
Нет, ты просто не видишь. У тебя фреймы перед глазами хоть? Я же вижу. Да, сколько... конечно, я вижу там, блядь. Ну, нет, половины будет. Нет, где там будет? Там намного меньше половины. Они не добьют. 11 лямов. И учитывая, дамаг увеличивается по вам. Я же вижу, что они не добьют. Если пробовать так, как ты предлагаешь, постоянно в 10 человек пытаться добивать, мы просто больше времени проебем. Это уже проверено. Вот прокнет тогда, когда рарник не сдохнет, Далакин не сдохнет, Мардаунт не сдохнет, который щитовать должен, вместо того, чтобы щитовать, он сдохший лежит. Ты сдох как? От метки, которая 70 тысяч дамажит? Или от гейзера? Не, от метки, от метки. Вот, с этой меткой тебе должны люди сбежаться. Тебя проебать, это считай, ну, блядь, полхила в рейде проебать. Мне куда вообще эту метку выносить, которая фиолетовая? В тебя должны сбежаться. Барбюро. Сбежаться люди должны. Ну да, ближе к стене, ну, лучше будет. Потому что она мешать потом будет. Она не исчезает, должен понимать. Ну, там... Вот рыбам. Давайте. Да, сейчас в РДД вынесли, не вынесли метку эту к стене, она мешала очень двигаться. Так что выносите ее. Нам РДД двигаться много нельзя, понимаешь? Они босса уводят, к нам подходят сзади РДДшники. Это понятно. И мы не можем убежать от гейзера, нам просто некуда. У нас с одной стороны лужа, с другой стороны другой. Подожди. Смотри, мы будем выносить. РДД могут двигаться 2 секунды, так что это не аргумент. Мы будем выносить лужу, да? А, ну, метку. Потом будем назад двигаться, чтобы хилить. Ну, допустим, или ДДшить. И тут же будут либо гейзеры, либо еще какая-нибудь хрень. Вот сейчас как было. А, у нас была метка и были поезда. Нам надо было бегать. Да, только еще вдобавок к этому у нас была метка, поезда, а метка была с другой стороны лужи. И нам надо было в эту метку сбегаться через лужу. Ты не забегаешь, Фарло, именно ты лично, да, ты не бегаешь в этот, как его, в галку, в эту метку. Сейчас метки в центре просто. Ты один бегаешь отдельно от него. Ребят, открою секрет, короче, появляется, поезда нужно не к боссу двигаться, а от босса двигаться, чтобы лужи не разливались. Вот, если мы будем все от босса двигаться, то, блядь, мы будем и метки закрывать, и лужу не лить, так что... Бля. Ну, свет исправь, типа, все. Метку фиолетовую обязательно 3 человека сбегаться должно? Да. 4. 4 или 5, 5 даже, да. Чтобы меньше урона получить. Потом выпрыгнуть. Минимум 4, да. Ну, понятно. Ну, если это маг какой-нибудь, у него можно не сбегаться. Маг, паладин, ШП. Все вначале сказали. Да. Они отдельно стоят, ловят, скидывают первый. А на втором уже сбегаетесь, да. Вот какой-нибудь Хазми, условно, может подойти и сам сдохнуть спокойно в стене. А вот какой-нибудь Мардаунт, он не должен сдыхать. В него надо, чтобы сбежались люди, которые там стоят, блядь. Ну, про эту механику как бы сильно не знал. Да я чё. Сейчас. В каком-то гейзеры сейчас были. А, я вижу, на РДД. В РДД были гейзеры. Милики, имейте в виду. Метка это... история. Только под танка. На обстреле, на лучах, на вас будут гейзеры, милики, имейте в виду. Я там дам незыбку, постараюсь. Бегите или умрите. Блять. Ебло, блять, собака ебаная, блять. Берегитесь. Кости расставили свои ебаные, блять. Метка.
Мага. Маг, глыбу, глыбу, блядь. Хорош. РДД гейзер на обстреле будет так же. Скоро, по идее, мили гейзеры будут. Вот они. Вот они. Хиль, хиль себя. Метка на хистории, я продамся. Бегите или умрите. Обстрел. Фарла. Ебать. Я хуею нахуй. Не, это залупа, блядь. Вы в курсе, да, что если вот вы один замыкаете, да, там, блядь, в какую-нибудь там в этот ебаный паровоз, блядь, то вы весь рейд вайпаете, или все-таки до вас еще не дошло? Ну, я объяснял. Заебали, по КД, блядь, бегать нахуй, просто убивать. 26% у босса живой весь рейд, просто одно тело забегает, вайпает весь рейд. Ну, блядь, серьезно, что ли? Если ты, блядь, забежал в поезда, то лучше сдохнешь сам быстро, блядь. Просто не хильте этого человека, если он забежал, умирает, блядь, просто его не хильте. Пусть он лучше в соло сдохнет, блядь, а весь рейд пол рейда еще живых останется и добьет спокойно. Блять, ловите конфликт, нахуй, прожимаете какой-то сейф, нахуй, в итоге сами выживаете, блять, а весь рейд дохнет, блять, как свиньи. Я не понимаешь, вот когда люди играют, вот если бы я играл без Вуду, нахуй, я бы просто нихуя не видел. А у меня там, если кто видосы смотрел, блять, вот Вуду открываешь эту хуйню, вот все 25 человек видно, на ком что вешается, блять, на ком конфликт этот, блять. А когда люди играют слепую, они нихуя не видят, не понимают, что происходит. Ни хп рейда не видят, ни свое, блядь, хп не видят. Ну просто нихуя, блядь. Рарник шемом падает. Вместо ДПСа 20-ки он падает и лежит. Да я не то делаю. Я в прошлый раз туда убегал, там сейвился, а тут нахер мне этот угол нужен. Вы выбегаете как-то, смотрите место, которое вам удобно. Не обязательно, как я сказал, куда по меткам там вставать. Встаньте так, чтобы вы выбежали, блядь, сами. До гейзера. Вы ждите этот гейзер постоянно. Потому что если вы будете играть как в РБК, нахуй, мы хуй когда убьем. Вы не ждете, потому что ни вайпа, ни хуя. Вы не ждете гейзеров под ногами. Вы должны эту хуйню ждать. Как только гейзер прошел, на 10 секунд расслабились, побили. Дальше сосредоточьтесь, блять. Неужели вам приятно сидеть тут 2 часа и слушать всякое говно, блять, в свою сторону? От вас все зависит. Да ё, чёрт. 5, 4, 3, 2, 1. И где мы? Отойди в какого-нибудь пак. Я сейчас отойду. Сейчас буду ники называть, только сянчить, запоминайте, чтобы потом ГП дать. Ну вот Хаджми Хукмастер. Стеси жир, бигдем конфликт. Да. Хорошо, хорошо рейд под незыбкой. Берегитесь.
На ком там? На Хэла и на Теларе. Вот, захильте себя, цепуху мгновенную дайте. Вот, пойдет, играем. Великие молодцы. Псину ебаную отведу. Все, еще одни обстрел пережить, не словить нихуя, выбежать гейзер и все. Вот две метки, значит, Айновен Бабл убежал. Ну, Акиса призван. В миле будут гейзер еще. Надо сейф какой-нибудь, сейф. Там лежит уже холипал. Ну, без холипала хилы, смотрите, войда хилите. Частица кончилась. Блять. И что, и РДД все слегли, да? Ну вот, блять, ГЦ нахуй. Синтек, поближе встань, ты меня хилить должен. Параллельно собаке пробеги там. Мага, отойди, глыбу нажми. Лужа разольется, потом я с ним выйду. Синтек обход, я там меня. Ты меня достаешь вообще? Да, ты обход. Все, обстрел сейчас, смотрите. Берегитесь. Ну, три ляма, кто там живые? Игрушка, холи дринг. Короче, незыбку дал, не знаю, поможет. Нет, нет, наверное, поможет. Там Тилара, Биг Дэм. Ну, кто-то и хилить должен. Я еще жду. Хильте. Флешками их там подхильте. Ну, лям добьют, надеюсь. Только главное, мы сейчас... Я пойду на вас в сторону, там, если... Этот... Вот этот... Не должны встречаться мы. Отходи, Синтек. Ну, съебитесь, сука. Блять, ну что вы как вкопанные стоите, нахуй? Нихуя не понимают люди просто, блять. Я не знаю, нахуй, ну почему вам так интересно вот в таком говне быть, блядь. Давай, Биг Дэм, играем, нахуй. Только себя хиль, блядь. И Анавет хиль себя флешками. Ну, все, она мне метка, ну. Ну, штучку нет, одна. Нет. А, ну все. Я отдавал на прошлое. Доту закинул только. Не, ну 600 тысяч в этот раз я не убью, блядь. Ёбаный в рот, нахуй, ребята, вот как, сука, так, нахуй? Почему нельзя сыграть, нахуй? Тут первый раз только жир, блядь, и хаджми, нахуй, которые по КД ложатся, блядь. До них нихуя еще не дошло, вы тут уже все остальные были. Видите, пожалуйста, сейчас я символ поменяю. Башка болит, блядь. Давай, притон шкаф, сумонять. Вот рыба. Пришел Симон? Да, сейчас секунду.
Капрот.